Покажу вам, как селедку разделывать вот так. Чистим мы ее внутренность, но хвостик не отрезаем. Очистили селедку от кожи. А теперь смотрите, что делаем. Берем селедку за два кончика хвоста и разъединяем ее вот так вот. Гляньте, как удобно. Вот они, косточки. Пожалуйста, бери их и все, освобождай. А эта половина уже без косточек. Вот видите, все кости. Все. Вот они, кости. Крепкие остались. Осталось нам порезать только селедочку. Вот смотрите, какие у нас кусочки филе получились. Без косточек, все. Вот они. Вот. Без косточек. Все без косточек. Вот они. Так разделывать можно для салатов очень быстро, и под шубы можно так разделывать. Быстро